как знаешь хорошо Баринова, Коломейцева? Ну да, я, у меня как бы у меня много дома журналов, там составы Локомотива. У меня там хожу я на секцию Локомотива. Ты ощутил какой-то уровень, к чему надо стремиться? Да, очень большой уровень. Надо много работать, чтобы стать таким футболистом. Будешь рад, если такие уроки почаще будут? Конечно. Воспоминания, конечно, хлынуло. На физкультуре тоже всегда играл в футбол, но такого не было, чтобы футболисты приходили в школу. Ребята смотрят на тебя и, может, хотят тоже стать футболистами. Да? Если кто-то не хочет, приходят люди смотреть футбол на стадион. Поэтому это очень хорошее мероприятие. Я остался только хорошее впечатление об этом.